Берегись, Рудольф! Инженеры Google впрягли в сани Санта-Клауса роботов Big Dog. Эти мощные машины впервые показали в 2005 году. Сейчас уже существует несколько версий таких роботов, включая Спота, новую модель, которую представили в феврале. Выступление роботов Big Dog в роли оленей Санты призвано показать, как эти машины могут использоваться для транспортировки грузов.